И на старт восьмой скачки лучше всех принимает Blast Accelerate. И тут же Аджман. Аджман лидировал в своих предыдущих скачках, но тут же резким броском. Бакарат Руж. Бакарат Руж. Все так за Уроси Крекова вырывается в лидеры наряду с Аджманом. Две доморощенные лошади лидируют очень уверенно в повороте. Американцы пока за ними не поспевают. На третьем месте идет Blast Accelerate, за ним Париж, и Атай замыкает. Бакарат Руж даже вырвалась вперед, Аджман ее вновь настигает, между ними где-то полкорпуса. На третье место выходит Париж, Blast Accelerate на четвертом месте, далеко сзади Адай. Скачку ведет Бакарат Руж. Бакарат Руж первый выйдет на финишную прямую, на втором месте тут же Аджман. Из американцев пока никто подъехать не может, вот это да! Бакарат Руж лидирует, да, и смещается в бровку. На втором месте сейчас тут же идет Аджман. Аджман пытается контратаковать лидирующую Бакарат Руж. И на третье место выходит вновь Blast Accelerate. Финишная прямая. Бакарат Руж лидирует. И тут же Аджман. Между ними где-то полкорпуса. По финишной прямой впереди Бакарат Руж. И тут же первый номер Аджман. Борьба продолжается, но Бакарат Руж где-то на корпус впереди. Аджман, последняя попытка для него контратаковать. Сокращает Бакарат Руж, и тут же Аджман, последние метры дистанции. Бакарат Руж устоял. Бакарат Руж первый, Аджман вторым. Blast Accelerate, Париж и Адай.